Помимо ситуации по ковиду и здравоохранению, колл-центр Минздрава Хакасии помогает разобраться с вопросами по частичной мобилизации. С конца сентября на номер 122 поступило почти 6 тысяч обращений от жителей республики. В первые дни был просто вал звонков, около сотни в сутки. Сейчас не более 15. Все поступившие обращения отрабатываются, звонить можно круглосуточно. Чаще всего население интересует вопросы частичной мобилизации и срочного призыва, условия прохождения службы, боевой подготовки, а также различные финансовые вопросы. Колл-центр 122 рассчитан на 25 операторов. С объемом работы они справляются, а также владеют всей необходимой актуальной информацией о частичной мобилизации.